штраф за одни лишь разговоры о детях, а точнее о причинах их отсутствия. В России Владимир Путин подписал закон о запрете пропаганды бездетности, то есть child-free. Отныне отвечает даже за семейным столом родственникам, почему они все еще ждут внуков, а ты хочешь строить карьеру и не спешишь заводить семью, можно получить штраф до 5 миллионов рублей. Именно во столько упоминаний о пользе холостяцкой бездетной жизни обойдется отныне российским юридическим лицам. Простых же граждан в случае нарушения закона ждет штраф в 400 тысяч. Принимаются такие ошеломляющие законы, которые вводят миллионные штрафы против поддержки политики Child Free. А Путин делает ставку действительно на максимальное стимулирование рождаемости. Это явная дискриминация людей, которые приняли решение не рожать. Это явное их снизведение в человека второго сорта. И вот это меня больше всего возмутило, потому что здесь это фактически приравнивается женщине к инкубатору. И у нее, получается, нет никакой другой жизни, кроме как рожать. После принятия соответствующих поправок в Российский кодекс об административных правонарушениях женщины в РФ будто бы вернулись во времена крепостного права, где и жизнью единолично распоряжается барин. Захочет – штраф наложит, а захочет – и родить поможет. Там фактически прямыми словами говорится, что тело женщины ей не принадлежит, а что тело женщины принадлежит государству, и что функция женщины фактически сводится к деторождению. Чтобы как можно доходчивее донести эту мысль до населения, кремлевская пропаганда взялась из всех телевизоров зомбировать россиян, предлагая забыть об учебе, карьере и даже не пытаться смотреть завтрашний день, а вместо этого беспрерывно заниматься лишь пополнением генофонда. Но налог на бездетность, безусловно, должен быть, и он должен быть большим. Сколько процентов? Ну, смотрите, в данном случае проценты зависят от дохода, а абсолютные цифры с бездетной семьи 30-40 тысяч рублей. Выходит, Child Free в России уже вовсе не фри, то есть не бесплатное. Хочешь строить карьеру и не спешишь заводить семью? Будь добр, плати. Но и это еще не верх российского чиновнического идиотизма. Следить за запретом на пропаганду бездетности будут везде. Владельцы интернет-ресурсов должны будут отслеживать и удалять контент, который содержит призывы к отказу от рождения детей. А в соцсетях и на сайтах знакомств отныне нельзя будет указать подобный тип отношений в профиле. Как будет применяться этот закон? На кухне можно говорить, я не хочу детей, на кухне можно говорить, что я хочу быть бездетным, но обращаю в социальных сетях и подчеркиваю, на сайтах знакомств нельзя писать. Любая позиция женщины, например, изложенная где-то в социальных сетях, в мессенджерах по проблеме рождения или нерождения ребенка, в теории может быть использована действительно для фиксации административного правонарушения и наложения соответствующего штрафа. И это как раз создает огромнейшее поле для манипуляций и спекуляций со стороны российских властей и правоохранительных органов. Нормы подписанного Путиным законом о запрете пропаганды бездетности настолько расплывчаты, что нарваться на штраф как мужчине, так и женщине в РФ можно на ровном месте. Будет запрещено и преследоваться по закону, говорить, как можно рожать в стране, когда все так плохо с экономикой. То есть даже такие банальные высказывания могут быть запрещены. Но и это еще не все. Отныне пропагандой бездетности в РФ считается даже научные работы на эту тему. К примеру, озвучить будущей маме противопоказания при беременности для российских врачей теперь нарушение закона. На практике это означает, что никто не сможет сказать о бездетности, потому что, написать статью о вреде беременности рода для здоровья женщины медицинскую будет теперь нельзя. То есть нельзя говорить женщинам правду об опасности от беременности и родов. А если, есть группа женщин, которые страдают определенными заболеваниями, при которых исключается или очень опасно становится
вынашивать и рожать. Вот что, как быть этим женщинам, то есть теперь нельзя об этом говорить. Некоторые российские депутаты даже хотели внести поправки, чтобы убрать из новоиспеченного путинского закона пункты, связанные со штрафами за оглашение медицинских противопоказаний при беременности. Однако большинство кремлевских народных избранников идею поправки дружно отклонили, избавив от штрафов лишь единственный привилегированный класс. В данном законе есть исключение. Исключение для церкви, которая далее может пропагандировать монаший образ жизни, которая может показывать, что обет безбрачия – это тоже неплохо. Выходит, у россиян, не желающих здесь и сейчас обзавестись детьми, остается единственный выход – идти в монахи. Ведь популярность движения Child Free в России обусловлена в первую очередь отсутствием уверенности в завтрашнем дне, и новые штрафы и репрессии вряд ли улучшат ситуацию.